Я приехала в этот же парк, но с другой стороны, с северной стороны. Припарковала машину и пошли плавать. Ура, ура, ура. Въезд в этот парк стоит $6. Ну, мне бесплатно. У меня годовой пас. И, как всегда, дефибриллятор. Во всех парках, практически во всех магазинах. Душ, чтобы обмыться после свежайшей, чистейшей воды. Не знаю, зачем. Но, тем не менее. Хочу водичку. Без воды и не сюда, и не сюда. Так, пошли. Я свои вещи бросила здесь, тапки здесь. Пошли. Ой, как я хочу видеть. Дно не достаю. Ай, как хорошо. Боже, как хорошо. Понятное дело, аллигаторы сюда не подплывают, потому что тут шумно, они, естественно, боятся. И за столько лет они уже привыкли, что здесь им делать нечего.
вот темное пятно, вот это источник оттуда бьет. Там воронка. И дерево лежит над ней. Пошли по трейлу пройдемся. И куда это я вышла, интересно? Ага, здесь можно взять в рент каяк или каноэ. Пошли посмотрим. Вот опять же предупреждение. Осторожно. Аллигаторы присутствуют в этом трейле и в этой воде, в этом парке. Обычно они едят рыбу. Тартлс – это черепах и других маленьких животных. Но может атаковать больших животных и даже таких, как дир, это олень. Аллигаторс. Have been known to attack humans. Есть сведения, что аллигаторы атаковали людей. Так что это можно набрать в интернете и найти. Практически на каждом источнике аллигаторы. Hello. Атаковали людей. Дерево рухнуло. Взять себе, что ли, лодочку поплавать? Я деньги в машине оставила. Может, сейчас схожу, возьму и тоже поплаваю. Вот так вот люди плавают и натыкаются на аллигатора. Обожаю Флориду. Вот когда такая травой поросшее дно, я не люблю так плавать. Я люблю плавать на каяке, когда... Вот оно мне надо сюда заплавать, но... Ничего, ничего. Ладно, не буду. Тут нельзя. А то под белые рученьки заберут. Вот эта вот зеленая трава, она называется ряска. Вот есть места, где все заросшее этой травой. И спины... Страшно, видел аллигатора? Я погуляла чуть-чуть и опять тянет воду. Ну что, пошли? Что-то надо попить. И проверить свой заехать на кемпинг. И сама себе думаю, что мне тут оставаться ночевать. Поеду, наверное, коль я уже выехала из дома. Поеду сегодня в Телехасе уже буду. А завтра уже, может быть, даст Бог, буду уже и в Нью-Орлеане. Слава Богу, я себе вытолкала из дома. Не могла никак. Такие какие-то сомнения были. А сейчас все. Крылья выросли, хотя еще за пределы Флориды не выехала. Ой, как хорошо, Господи. Да как же хорошо. А небо какое красивое. Это ж просто сказка. Ух, Риверсайд. Я так объела сегодня на завтрак. Я сделала этот блин, разделила на две части. Четвертинку съела. И половинку второй четвертинки. И вот так вот просто наелась. Такой, вот такой блин сделала, конечно. Как буханку хлеба. Осталось, вон лежит, не знаю, выбросить или уже за обедом съесть. Так, где моя машина? А туда, интересно, куда я пойду, куда я приду.
Ладно, потом. Пошли. Где моя машинка? Вон она. Вот за столы можно посидеть, приготовить еду. Ну нет, я люблю есть в своей машине.